И в 9 февраля 2017 года вечер, перекресток набережной Рыбальской, Электриков. ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius. Произошло столкновение двух. Известно, что без тяжелых травм. Сейчас будем выяснять детали. На месте работает второй патруль полиции. Так, обошлось без пострадавших. Автомобиль патрульный и второй автомобиль существенно повреждены. И в вечер 9 февраля 2017 года работаем на ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius. Перекресток улицы Электриков, набережной Рыбальской. Предварительно патрульные поворачивали налево на Электриков со спецсигналами, спешили на вызов. Обзор оградил Range Rover, пропустил патрульные автомобили. Во втором ряду произошло столкновение с Fiat Doblo. К счастью, люди не пострадали, сработали подушки. Сейчас работает на месте еще один патруль полиции. И уже прибыл эвакуатор для того, чтобы отвезти патрульный автомобиль на народного ополчения. Еще раз обращаю внимание автомобилистов на то, что обязательно нужно пропускать патрульные полицейские автомобили со спецсигналами, с красным маячком, с сиреной. Будьте внимательны, осторожно смотрите по сторонам, так как реально очень много серьезных вызовов и нужно максимально быстро прибыть на место.